Многоэтажка по улице Германа Титова стала следующей, которую ремонтируют по губернаторской программе «Мой подъезд». Проект предусматривает дизайнерский ремонт помещения с учетом требований собственников квартир. Жители этого дома решили, что лучшим вариантом украшения их жилища станет космос. Поскольку улица называется Германа Титова в честь космонавта, в связи с чем такую тематику утвердили в результате. Рабочие начали ремонт. В первую очередь проверяют исправность коммуникаций. Далее приступят к их замене, если это потребуется. Следующий шаг на пути к новому облику дома – подготовка фасада. У нас начался долгожданный ремонт. Мы его очень долго ждали. Теперь радуемся. Несмотря на все неудобства, несмотря на грязь, мы понимаем, что потом будет здорово и красиво. И эти все неудобства временные. Ждем с нетерпением результатов. Жители уверены, их подъезд станет настоящим эстетическим пространством. В этом году, в 23-м, был запланирован ремонт 153 подъездов, которые уже успешно реализованы. И также два подъезда у нас отобраны на номинацию «Тематический подъезд». Вот как раз в одном из них мы сейчас с вами находимся. На то, чтобы полностью завершить работы в подъезде дома номер 14 по улице Германа Титова, мастерам потребуется месяц. Нина Липанова, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.